вами Кайкста Винтер, и сегодня мы будем играть в такую игру, как Shark Bite. Вы многие меня просили, но точнее делал в сообществе опрос, снимать ли мне данную игру. Ну и вы все проголосовали за то, чтобы я ее снял. Ну и конечно же я не просто буду ее снимать. Как видите, я подготовил целых 5110 зубиков на сегодняшний ролик. Ну и конечно же сегодня мы их потратим на что-то очень крутое. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайкосы, подписывайтесь, если вы все еще этого не сделали. Ну а мы начинаем. Итак, ребята, сейчас мы заходим в магазин и давайте, пожалуй, купим вот эту офигенную стелс-бот. Стоит она целых 5000 зубов, и сегодня, я думаю, мы будем сделать на нее обзор. Итак, нажимаем buy, ребят, и я ее купил. Сейчас, по идее, она должна была появиться. Нет, ребята, она, к сожалению, не появилась. Но ничего, мы протестируем ее в следующем раунде, но давайте в этом раунде мы пока посмотрим субмарину, на которую я тоже достаточно долго копил, до того, как я купил вот эту вот стелс-бот. Переводится, кстати говоря, это как скрытая лодка. Ну, а пока мы ждем раунда, вы можете зайти на мой дискорд-сервер, ссылочка на который будет в описании. Так, смотрите-ка, мы уже заспавнились, и я нахожусь на вот такой вот субмарине. Она выглядит достаточно прикольно. Итак, сейчас уже будет спавниться акула. А вот и наша акула. Нифига себе, ребята. О, ничего себе, там чел урона сносит. Давайте мы тоже постреляем. Ничего себе, ребят, вы видели, как мы быстро убили эту акулу? Это было очень быстро. Но моя субмарина, могу сказать, тоже достаточно неплохая. Но я почему-то уверен, что скрытая лодка будет намного круче. Собственно, ребят, сейчас мы ждем нашего раунда. О боже, возле меня подписчики бегают. Ну ладно. Итак, выбирается следующая акула. Надеюсь, это буду не я, поскольку я хочу протестировать свою лодку. И да, это какой-то плоппер 1 триллиард. Собственно, мы выбираем нашу лодочку. Вот так вот она выглядит. Очень круто, ребят. Офигеть. Ну и сейчас просто ждем, когда начнется раунд. Так, ребят, мы уже заспавнились, и как я вижу, здесь есть вот такие вот два сиденья, то есть для людей, которые не хотят заходить в кабину. Также здесь есть вот такие вот очень много сидений, которые внутри кабины. Ну и, собственно, главное сиденье водителя, за которым будут сидеть я. Так, все, мы, собственно... О, нифига, тут турели есть. Ребят, смотрите, мы можем обстреливать акулу. Ага, вон акулы, мы можем прямо с лодки обстреливать ее. Итак, ребят, мы начинаем ездить. Есть какая-то кнопка на R. Это что, стать скрытным? Давайте попробуем нажать. Вау, смотрите, мы стали невидимым. Теперь мы можем под воду занырнуть. Все, занырнул под воду, и мы какие-то, если честно, медленные. Ну да ладно, я надеюсь, мы будем больше разгоняться. Да, ребят, мы набираем разгон, а сейчас мы попробуем выпрыгнуть. Так, все, я выпрыгнул. Я... Где акула? Вон акула, ребят, смотрите, мы по ней стреляем. Она где-то там. Нет, она уже уплыла, но я все еще вижу ее под водой. Ладно, нужно отсюда уплывать. Я думал, эта лодка будет какая-то более быстрая, но, по-моему, она такая медленькая. Ну ладно, давайте вот так вот попробуем выпрыгиваем. Ничего себе, мы прыгнули! Нифига себе, вы видели? Офигеть! Ребят, кажется, акула мне что-то откусила, но мы не сдаемся и просто уплываем. Мне точно нужно активировать режим невидимки. Черт, акула, отстань. Смотрите, я сейчас под водой. Ой, блин, а что со мной? Я почему-то не сижу. Ладно, давайте уже попробуем ехать. Я какой-то более медленный, что ли, стал от того, что она мне что-то откусила. Нет. Ну да ладно, все, в принципе, мы продолжаем. Ой, ё-моё, ё-моё, я, кажется, уже не могу спрыгнуть, блин. Я как-то на боку теперь езжу. Предлагаю занырнуть под воду и просто посидеть. А, блин, у меня все равно тут тратится. А если я так сяду? Давайте как-то так посидим, в принципе, и подождем, пока пройдет раунд. Нет, ребята, нет, нет, мы лодку уничтожили, я тут сделал небольшой перерыв, отошел от компьютера. Что это было? Нет, мы лодку уничтожили, что ж, давайте залезем тогда на обломки. Здесь есть, может, какие-то сиденья. Да, ребят, смотрите, вот есть сиденье, я могу на него сесть. Ой, блин, меня все-таки убили. Я сейчас расплачу. О, ребят, сейчас мы будем на Титанике. Это очень интересно. Я попробую поуправлять Титаником, если мне, конечно, повезет. Так, ребят, мы идем в кабинку, чтобы управлять Титаником. Если я не ошибаюсь, это где-то здесь. Ага, вот и капитанское место. Ну, мы его занимаем, ребят, и поехали. Капец, я управляю огромным Титаником. Если честно говоря, ребят, я первый раз вообще за всю свою игру в Shark Bite управляю Титаником. Нет, нет, она с акул нападает. Надо уплывать, черт, она откусила кусок от нашего корабля. Ну, ладно. Блин, там есть еще спасательная шлюпка, если что, я в нее спрыгну. Да блин, акула, как она такая быстрая? Здесь можно как-то убыстрить? Здесь еще и две акулы, капец. Ладно, ребят, мне это надоело, я хочу отсюда выйти и пойти в спасательную шлюпку, поскольку Титаником слишком сложно управлять, и тем более у меня здесь уже никаких матросов не осталось. Так, все, давайте мы сюда спускаем эту шлюпку и давайте сядем за место. А, да блин, я хочу управлять шлюпкой. Все, мы сели, ну и теперь ждем, пока нас спускают. О, ребят, кажется, мы в сам Титаник залезли. Ладно, все, давайте уезжаем отсюда, я надеюсь, никакая акула к Титанику не плывет, все, и, короче, Титаник это будет приманка для акул, они все будут плыть туда, а мы будем просто уплывать на шлюпке. Нет, нет, только что на меня напала акула, она меня убила, боже, ну что это было? Ну да ладно, ребят, на этом будем заканчивать наш ролик, если он понравился, то ставьте лайкос и подписывайтесь на мой канал, на самом деле Винтер, и всем пока-пока-пока!